Доброе утро. Я не случайно принес в студию эту вазу из полупрозрачного стекла. Она соответствует одной яркой модной тенденции. О популярной уже который сезон прозрачной одежде сегодня и поговорим. В наше время прозрачную одежду носят не только летом, но и зимой. И с большим удовольствием. Эксперты моды рекомендуют использовать прозрачные предметы одежды в строгой классике, в костюмах в бельевом стиле, в готических образах в повседневной одежде, в комплектах в стиле спорт-шик, в минималистичных аутфитах и, конечно же, в рок-н-ролльной эстетике. Этой зимой стали полупрозрачными длинные вечерние платья, узкие юбки длины миди, брюки прямого кроя, изысканные блузы с объемными рукавами, приталенные жакеты с английским воротником, мини-платья, напоминающие моду 90-х, полуприлегающие комбинезоны, ажурные водолазки, эффектные топы с узкими присборенными рукавами, а также платья с пышными юбками в стилистике диоровского нью-лук. Эфемерные фактуры бывают не только черного и белого цветов. Сегодня в почете прозрачной одежды ярко-синего, кораллово-красного, горчичного, персикового цветов и цвета светлой мяты, молочного шоколада и ядовито-яркого цвета маджента. В тенденциях нынешнего сезона создание прозрачных фактур путем плетения рыболовной сети, вязание ажура спицами, а еще в технике ирландского кружева. Такие ткани эффектно расшивают мелким бисером, инкрустируют стразами разных размеров и форм, декорируют объемные аппликации в виде цветочных лепестков. Это придает нарядам уникальности. В мужском гардеробе тоже не обойдется без прозрачных вещей. Дизайнеры предлагают самым смелым модникам всевозможные майки, тишоты и даже прозрачные латексные плащи, которые вам пригодятся следующей весной. Прозрачное платье – самый востребованный предмет женского гардероба. Стилисты рекомендуют сочетать их с легкими уютными пальто, с грубыми кожаными бомберами, жакетами оверсайз, классическими тренчами, фактурными свитерами, жакетами-спенсерами, жесткими корсетами. Все эти сочетания построены на контрастности фактур. И еще три модных образа, которые созданы по этим же правилам, заслуживают вашего внимания. Первый в стиле хиппи состоит из ажурных брюк и толстого шерстяного пончо. Все это приправлено элегантной обувью. Второй юный образ складывается из мини-юбки и прозрачной белой блузы с пушистым белым воротником, а дополняется трогательными школьными гольфами. И напоследок полупрозрачное коктейльное платье, контрастность которому придает обработка линии низа широкой бархатной полосой. Подается с сетчатыми колготками, украшенными яркими бантиками. Если вы не видите в своем гардеробе места прозрачным вещам, привычной их роли, и вам в них не очень уютно, попробуйте использовать их в многослойных комплектах. Узкие брюки, а сверху длинная юбка, например, из плиссированной сетки или из сетки в горошек. Или тонкую шифоновую длинную и объемную рубашку надеть поверх платья, топа или лонгслива, сочетая с подходящим по пропорциям низом. А может быть и плотными колготками и шортами. Ведь прозрачная может выступать в роли дымки, которая не подчеркивает, а наоборот маскирует то, что вам кажется в себе неидеальным. Экспериментируйте и удачи вам!